Всем добрый вечер и с наступающим Новым годом. Это вариант номер один, как изначально планировался, проектировался, так и собрал этот принтер. Получается область печати 186/186/186. Габариты я указал, укажу точнее. И чтобы сократить габариты, нужно блок управления электрики перенести в раму. Тем самым сэкономим место. Чтобы это сделать, нужно перепроектировать стол, который двигается на роликах. Получается 6 роликов, 2 варианта. Либо сделать по Android 3, это вариант номер 2. Либо сделать на линейных подшипниках, которые будут скользить по валам. Вот это вариант 2 получается, то что я говорил. Все перенесли. И вот такой конструктив получился. И вариант 3. Это на подшипниках, которые будут скользить по валам. Всем спасибо большое за просмотр. У кого какие идеи, пожалуйста, поделитесь. И всех с наступающим Новым годом.